Сегодня ровно год, как не стало Саши Пономаренко. Доброго, прекрасного, замечательного. Да, его нет здесь, с нами сейчас физически, но в нашей памяти он остался навсегда. Добрым, классным, настоящим, огромным количеством незабываемых мгновений, минут. Сколько улыбок и прекрасного настроения он подарил вам, наши зрители, нам, его друзьям. Вот таким добрым он навсегда остался здесь, в памяти. Все знают, что Саша был замечательным артистом, прекрасным пародистом, но не все знают, что Саша был еще и очень хорошим музыкантом. Он писал красивые лирические песни, одна из которых прозвучит именно сейчас. И именно эта песня объединила всех нас, его друзей, артистов, период пандемии. И именно эта песня является своеобразной данью памяти нашему дорогому и любимому другу. Нет таких слов и нет таких эмоций, которые способны передать боль этой утраты, эту скорбь и эту тяжесть. Но, слава Богу, есть люди, которые поддержали словом и делом, облегчив тем самым эту боль и восприняв это горе как свое собственное. И знаете, вот тот момент, когда всем было тяжело и все, в общем, сидели по домам, эта песня, она символична, она просто нас всех объединила. Привет, мой друг, как ты живешь? Чего от жизни бегущей ты ждешь? Все хорошо в моем окне. Поют скворцы о пришедшей весне. Как у людей. А у меня много новых идей. А я стишки тут набросал. А я картину нарисовал. И на вершине прежних дней нам всем становится видней, что солнце свет, он навсегда. И нашу дружбу ценим нынче, как никогда. Помнишь песни у костра? А помнишь шутки и смех до утра? Ну, будь здоров, пока отбой. Я так был рад пообщаться с тобой. Один звонок и пара строк. Одна картинка, один стикерок. Одна улыбка, пара фраз. И не коснуться беды нам. На вершине прежних дней нам всем становится видней, что солнце свет, он навсегда. И нашу дружбу ценим нынче, как никогда. И на вершине прежних дней нам всем становится видней, что солнце свет, он навсегда. И нашу дружбу ценим нынче, как никогда.